Кто быстрее пройдет снежную трассу, выясняют 69 участников. На соревнования съехались гонщики со всей Свердловской области. Среди них и те, кто впервые решил попробовать автоспорт на вкус, и опытные спортсмены. Первоуралец Сергей Литвинов выступает одним из первых. Говорит, любовь к скорости появилась, как только он получил права. За эти годы у него накопилось много кубков и медалей. В этот раз гонщик, как всегда, надеется на победу. Была одна сложность. Я считаю, что я ехал хорошо, достойно, но меня один раз развернуло. Развернуло хорошо, вот я из-за этого чуть-чуть расстроился. А так, трасса хорошая, настроение хорошее. У каждого, наверное, есть свой какой-то талисман, свой символ. У меня вот два дедушкиных шлема. Один вот такой, а другой вот у меня другой есть. Примерить свой талисман и посидеть в автомобиле первоуралец с радостью разрешает маленьким болельщикам. 6-летний Никита в будущем тоже хочет стать гонщиком. Я хочу, когда вырасту, у мамы есть копейка, я хочу, когда вырасту, на ней гонять. Потому что она красная, красивая, салон красивый. Я руль как у этой. В соревнованиях принимают участие гонщики на автомобилях 5 классов. Стандарт, тюнинг, классика, свободный и спорт. Каждому дается 2 попытки по 2 круга, плюс дополнительные пробные заезды для знакомства с трассой. Вообще она очень интересная. Интересная за счет горы, вот, интересная за счет поворотов, то есть она очень маневричная. Гонщик из Новоуральска Данил Овчинников уже преодолел первые 2 круга. Говорит, в следующем заезде постарается сделать все, чтобы победить. Ну, можно было получше, конечно, проехать. В нескольких местах ошибся. Будет еще заезд повторный. То есть постараемся еще улучшить время. У Данила и его команды из Новоуральска на зрительской трибуне своя группа поддержки. Ангелина Илманова приехала на соревнования специально, чтобы поддержать своих друзей. Девушка признается, интерес к автоспорту появился у нее совсем недавно. Познакомилась с новыми людьми, они этим живут, они этим заряжают других, поэтому как-то меня тоже зарядило, я как бы за компанию параллельно тоже. Ну, я сам не водитель, но мне интересно все-таки наблюдать со стороны. Может быть, когда-то и сама хотела бы тоже с этим поучаствовать. Почему нет? Победителей в каждом классе определяют по лучшему времени прохождения гоночного трека. Призовые места занимают 15 участников автогонок. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.